Челябинск откапывает из сугроба. В мегаполисе ликвидируют последствия масштабного снегопада, который шел вчера и ночью. За сутки выпало 15 сантиметров снега. Это половина месячной нормы. Чтобы транспортное движение в городе возобновилось, сегодня большинство дорог засыпят солью. В мэрии рассказали, что это будет разовой акцией. Дело в том, что сейчас стоит плюсовая температура. Ночью будут заморозки. Чтобы улицы не превратились в каток, необходимы реагенты. Привести в порядок дороги обещают к завтрашнему утру. Сейчас в городе работает 355 дорожных рабочих и 200 единиц техники. Накануне утром из-за снегопада прекратили принимать и отправлять самолеты в Челябинском аэропорту. Воздушная гавань возобновила работу только сегодня ночью. Отменили междугородние рейсы и на автовокзалах. Автобусы запустили утром. Вечером в городе также образовались рекордные пробки в 10 баллов. В центре транспорт почти стоял. Таких проблем с движением еще не было этой зимой.